Этой ночью вооруженные силы Украины вновь обстреляли районы и окрестности Донецка. По информации пресс-службы Минобороны ДНР, за сутки украинские силовики 28 раз нарушали режим прекращения огня. Под минометный и артиллерийский огонь попал поселок городского типа Александровка. Ну а в самом Донецке разрывы снарядов были хорошо слышны в Петровском районе. Накануне жертвами вечернего обстрела Горловки стали два мирных жителя. Пострадали не менее 5 человек. У них осколочные ранения. В совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, куда входят представители России, Украины и ОБСЕ, подтвердили, что обстрел велся с территории, которая находится под контролем Киева.